И всем привет, с вами я, Граф, и сегодня я расскажу вам, как начать свое выживание в игре Майнкрафт. Вообще, это видео я сделал для новичков, которые еще совсем не умеют играть. Итак, первое, что нам надо сделать, это, конечно же, добывать дерево. Итак, добываем дерево рукой, что странно. В реальности она бы уже давно сломалась бы. Итак, нам надо срубить хотя бы одно дерево, чтобы потом не запариваться с тем, то что надо будет еще идти рубить. Так что ждем, пока рубится дерево. Итак, после того, как вы срубили дерево, нам надо нажать на кнопочку Е. Итак, помещаем все эти бревна, которые мы нарубили, вот в это вот окно. И берем доски, которые получились. После этого нам надо будет скрафтить верстак. Верстак делается очень просто. Просто заполняете все это окно. И у нас получается верстак. Итак, спускаемся. У меня здесь уже много верстаков просто. Я еще записывал до этого. Итак, после этого мы ставим хоть куда верстак и крафтим немножечко палок. После того, как мы скрафтили палки, нам нужно сделать кирку. Крафтится она вот таким вот способом. Итак, после этого нам надо будет идти к ближайшему камню и добывать его киркой. Итак, добываем камень деревянной киркой. Ну, думаю, нам хватит и где-нибудь до 7 булыжников. И идем обратно к верстаку. Итак, после того, как мы пришли к верстаку, нам надо будет еще раз крафтить кирку, только уже из булыжника, потому что она будет уже помощнее и попрочнее. Итак, после этого нам надо будет добывать еще хотя бы под, не знаю, под полстака, наверное, булыжника, чтобы хватило нам на инструменты. Итак. Что-то я не вижу так. Угу. И идем опять к верстаку. Угу. Так, немножко паркурим. А, подождите, сейчас. Итак, после этого нам надо будет скрафтить еще палки. Итак, потом нам надо будет сделать себе меч, который крафтится вот таким вот способом. И можно сделать еще топор с лопатой, который крафтится вот таким вот способом. Итак, можно, конечно же, скрафтить еще и мотыгу, но мотыга нам пока что не нужна. После этого вы можете спокойно дальше добывать дерево, строить себе дом и развиваться по полной. В следующем видео я расскажу вам, как построить дом и как можно его украсить. Ну, а с вами был я,
мистер Граф. Думаю, вам понравилось это видео. Ставьте на него лайки, комментируйте. Ну и, конечно же, подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. Ну, а с вами был я, мистер Граф. Всем удачи и пока-пока. What?